отсюда запитан, да? А звонка, звонка у меня нет, у меня демонтирован звонок. Да, когда пройдете, то нажми, я там закрою. Потому что там так не захлопывается, да? Нет, там с этой стороны закрывается. А, хорошо, хорошо. А нажать на звонок, да, вам? Ну, я вот здесь, на эту информацию. А, хорошо, нажму, когда будем уходить, нажму на звонок, что нужно там закрыть, да? Да, я буду отсюда. А, хорошо, спасибо, сделаю. А что здесь со светом? Да, вот что здесь со светом? Вы знаете, вот и правда, скажите мне, почему он отключился или что? На что? Опять подключен к моему... Он раньше, когда я демонтировала, вот этот свет был подключен к моему счетчику. Очень непонятно. Пришел электрик и говорит, почему я выключаю этот выключатель, и выключается и свет, и ваш счетчик. Я, говорит, не понял. Я говорю, мужчина, сделайте так, чтобы наружный свет не был подключен к моему, потому что это все неправильно. Вы понимаете, да? Ну вот, и, да, вот скажите мне, пожалуйста, вот почему вы отключили эту штуку, отключился опять свет, я правильно понимаю, в коридоре? Вы понимаете, так вот уже было сделано. Так ну, вот, ну видите, сделано, я не нет, понимаете, и прошлый раз, а вы говорите, они могут с меня что-то взять. Понимаете, здесь какое-то наружное подключено к моему, и я просила там тоже по документам все сделать, и мужчина все сделал, он это все демонтировал, сказал, что сейчас все сделано нормально. Понимаете, вот. Ну, хорошо, если нормально сделано, то должен свет загореться, да, я так понимаю. Я не понимаю, почему, да и правда, вы отключили мою вот это, как там, вот эту штуку, и отключилась наружная лампа освещения. В прошлый раз было то же самое. И вообще мой счетчик был в прошлый раз напрямую подключен куда-то там. А я сказала, что сделайте нормально, чтобы я могла отключить, мой счетчик. Вы понимаете, да? Понимаю, но вот сейчас вот у вас автоматический выключатель это включен, а напряжение на кабелях нет, придется вскрывать эту панельку. Так, это ваш сосед, придется вскрыть ее. Хорошо, получается, что напряжение, у меня нет напряжения на моих вот этих вот, подсоединить к этому к счетчику? У вас нет напряжения вот на этом рубильнике. А этот рубильник, он что делает? Он отключает мой счетчик? В одной рубильник. В одной рубильник отключает мой счетчик? Да, отключает все, вот эту гребенку. Понятно. Ну хорошо, тогда сделайте мне что-нибудь, чтобы он не был вместе с электричеством подключен. Ну, я делаю. Вы делаете? Я делаю, видите, я делаю. Да, понятно. Потому что это, наверное, непорядок, правильно я понимаю? Конечно, непорядок. Потому что, знаете, почему это общественное какое-то электричество, лампочка подключена к моей квартире, да? Бортик у тебя. Вот он, смотрите, бортик, вот эта штучка, бортик. Вот он. Ага, да. Так, ставим сюда. Я же разбираюсь, поэтому я и пришел, чтобы разобраться. Нет, просто вы говорите, что они могут сказать, что у меня какие-то нарушения. А я просто вот по моему счетчику нашла здесь вообще кучу нарушений, которые просто куда-то, ну, в общем, вы понимаете, да? Непонятно. Понимаю. Непонятно. Почему я не понимаю? Я понимаю. Угу. К сожалению, наше законодательство...
правительство, которое принято, оно отстаивает только